Сьогодні до Києва прибув прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак, і була підписана перша гарантія безпеки, як її називають, угода за подіями Вільнівського саміту влітку минулого року. Її, і саме з неї розпочнемо наше спілкування далі із Романом Світаном. Пане Романе, мої вітання вам, добрий вечір. Привітаю, желаю здоров'я. Отож, розпочнімо з вами, ну і, напевно, я думаю, що велику частину нашого ефіру ми якраз присвятимо цій угоді безпековій, підписаній з Великою Британією. Пане Романе, ви дуже часто критикуєте наших західних партнерів, ви дуже часто говорите, що вони не виконують свої зобов'язання по Будапештському меморандуму, вони нас змусили віддати ядерну зброю, вони нас, ну багато чого, багато претензій до них є. З іншого боку, ви так само і кажете, що, мовляв, українці, ну якщо вже Захід за нас взявся, то він доведе нас до пуття. Різні такі, знаєте, на вході нашої війни майже два роки різні думки виникали, різні витки справді в цих дипломатіях виникали. Ну але ось зараз черговий приїзд прем'єр-міністра Великої Британії і доволі така смілива угода. По суті, Велика Британія відкриває перебіг цим угодам, підписанню цих угод. Будемо її зараз далі з вами аналізувати, але я не перше вас запитаю, от таке от відчуття. Це серйозно, чи це чергова, як то кажуть, фількіна грамота? От на вашу думку. Це серйозно, якщо розкрити той тезис, який вложили в це соглашення. Це не соглашення, це договор о сотрудничестве, можно так сказать. Нельзя это называть, это, в общем, что угодно, но только это не гарантия безопасности. Гарантия безопасности – это серьезная профессиональная армия и ядерное оружие в Украине. Вот это гарантия безопасности. Это, опять, набор бумажек, ну, это просто надо технически понимать, да, в которых прописаны некоторые обязательства сторон, одной и другой. Значит, это просто соглашение, договор, как угодно, ну, назвать это ж можно как угодно, договор по безопасности, ну, вот примерно так, или договор о взаимопомощи. Тема хорошая, почему? В смысле том, что этот договор, это может быть предвестник тех договоров, которые заключают страны, 32 страны, сейчас будет Швеция войдет в НАТО, между собой заключают страны в контексте договоров, натовских договоров. То есть это примерно вот такие договора заключаются. Поэтому если это так, то это, конечно, большая победа нашей дипломатии, большая победа президента, можно даже так говорить. То есть по большому счету стартовать с короны, с британской короны вот в таких договорах, это хорошо. То есть дальше за этим договором могут последовать такие же договора, еще раз повторюсь, если это в контексте договоров примерно таких, как вступление в НАТО. Но там меня лично насторожила одна интересная вещь. Несколько раз ее повторили, и все новостные издания ее пропустили о том, что этот договор или там часть помощи включается только при следующем нападении Российской империи. Вот это очень напрягло. Почему? Потому что значит следующее нападение? То есть при последующих атаках и так далее и тому подобное. Это значит после чего? После сегодняшнего вечера, после сегодняшних атак, завтра с утра, допустим, или это после победы нашей над Российской Федерацией, после уничтожения российской армии, после выхода на госграницу, то есть после всех тех действий, в течение которых нам нужна помощь Великобритании, так ее тогда что, не будет, пока мы не выйдем на госграницу? И вариант третий, очень плохой, это замораживание боевых действий сейчас, на том участке фронта, на той линии, проведение определенных демаркационных мероприятий по линии разграничения. И вот на потом, если вдруг Россия двинется и так далее и тому подобное, так это тогда сдача нашей территории. Причем и тогда в этом случае это просто провал не просто нашей дипломатии, а вот это провал всего нашего политикума. Потому вот это уточнение, оно... Ну, во-первых, его надо конкретно разложить по полочкам, что это имелось в виду, потому что очень много как раз вот от таких мелочей, с одной стороны, как говорят, дьявол в мелочах кроется,
вот этих мелочей так зависит восприятие таких договоров, что оно может быть на 180 градусов развернуто от положительного, от резко положительного до резко отрицательного. Поэтому есть этот вопрос, и пока мы его не решим, не разложим по полочкам, ну, я бы поостерегся пока сейчас на данный момент в положительном или отрицательном смысле этот договор оценить. Этот вопрос остался открытым. Лучше бы его не было. Вот если бы он туда не вбрасывался, то есть вот этот тезис, что предоставление помощи Великобритании в случае следующей атаки России, вот было бы намного проще и понятнее. Ну, бачите, так, цей, по-перше, я закликаю усіх, хто зацікавлений в цьому питанні, зайти на сайт президента України і прочитати повний текст угоди. Там є, я навіть ось зараз відкрив, частина 8, співпраця на випадок майбутнього збройного нападу. Там йдеться про те, що у разі збройного нападу майбутнього Росії на Україну, по-перше, Велика Британія буде сприймати, що це є загроза не лише Україні, а й міжнародній безпеці, а відтак і Великій Британії, Сполученому Королівству. По-друге, в разі збройного нападу має відбутися консультація впродовж 24 годин для визначення заходів необхідних для протидії або стримання агресії. Ну і в межах цього Велика Британія, Сполучене Королівство, йдеться про те, що вони за таких обставин нададуть Україні швидку та сталу допомогу у сфері безпеки, сучасну військову техніку, а також економічну допомогу. Ось, тобто, це йдеться в частині 8 цієї угоди про співпрацю на випадок майбутнього збройного нападу. Звісно, тут я з вами абсолютно погоджуюсь. От, да, що це значить? От непонятно, що це значить Следующий це завтра з утра, или це після победи, или це після замораживання конфлікту і після каких-то мирних соглашений типу Мінська-3. То що це значить? А раз це туди забито, не все так просто в таких документах. А вот эти те мелочи, их всегда оставляют туда, на потом называется, то есть напоследок, как раз для того, чтобы можно было включить в нужный момент. И это однозначно настораживает, особенно после некоторых последних действий, в том числе и нашего правительства. Пане Романе, однак в преамбулі цієї угоди йдеться про те, що Сполучене Королівство непохитне у відданості суверенітету і територіальній цілісності України в межах кордонів 1991 року. Тобто вони підтримують саме поновлення кордонів, непохитних, стабільних, суверенних кордонів України, згідно з міжнародним, скажімо так, ситуація на 1991 рік. От, тобто це, як на мене, теж важливо, що Британія це зазначає. Хоча я розумію, що тут можна сказати, що бути непохитними у цій позиції, ну, можна бути непохитним за будь-яких умов. Так, ми будемо навіть у випадку заморожування конфлікту підтримувати кордони 91-го року. І що? Це нічого не змінює. Ні о чому, да. Тобто це ні о чому. Але тим не менше, якщо, як я розумію, йдеться про те, що Британія бере на себе такі зобов'язання. Коли б не відбувся цей майбутній конфлікт, так, я розумію, що тут є неточність формулювань, але коли б не відбувся майбутній конфлікт, що Британія буде фінансово, збройово і всіляко підтримувати Україну, так як вона вже зараз це робить. Тобто на нинішній час Британія уже робить чимало для перемоги. Зокрема, там йдеться про те, що й буде далі робити. Там і на фінансування на найближчий, до 25-го року йдеться у цій оцій угоді про фінансування відповідно воєнних дій, воєнно-технічного співробітництва і тому подібного. Ну, тобто, правда ж, можна зрозуміти і британців, які зараз у ході активної війни, вони не можуть сказати, що, ну, от від завтра щось вступає в силу і ми якось інакше починаємо діяти. Та ми вже і так вас підтримуємо. Ну, тогда нет смысла было этой договоренности вообще возникать, потому что и так идет поддержка, причем в рамках определенных обязательств или договоренностей, или поддержки прямой. То есть, по большому счету, больше, ну, все равно больше все-таки возникает вопросов по этому документу. Вот этот один пункт, вроде один пункт, он весь этот документ, он спускает с небес на землю. И пока этот вопрос не решится, что имелось в виду по этому пункту, или пока не будет в ближайшее время понятно, куда выруливают по такого рода договоренностям, выруливают, допустим, наши политики в действиях, именно не в разговорах. Разговоры – это такое, или и даже документы – это постольку-постольку. Мы Будапештский меморандум видели. Красиво было все написано, только мы потеряли сотни тысяч жизней.
украинцев. Потому здесь та же самая картина. Надо будет в ближайшее время, ну, в ближайшее время это где-то примерно около года, это не завтра, послезавтра. То есть надо будет отслеживать все эти действия и нашего политического руководства, и, естественно, наших партнеров. Именно действия, не риторика. Риторика – это тоже больше для информационного потока. Пока по действиям вопросов в Великобритании нет абсолютно никаких, потому что британская корона, наверное, одна из европейских, таких серьезных европейских стран, которая нам отдает все, что может. То есть, по крайней мере, вопросов к ней точно никаких нет в таких ведущих действиях. Но вот такие выписанные витиеватыми или нераскрытыми параграфами договора, которые тем более попадают в информационный поток, они вызывают вопросы. Причем у любого аналитика, у которого есть определенное видение дальнейших процессов, то есть которое может сложить в определенную причинно-следственную связь и развернуть ее в обратную сторону, то есть найти причину некоторых действий, следствия этой причины, тогда возникает вопрос, а зачем тогда надо это было вообще туда забивать? Вот если бы, еще раз повторюсь, не было бы там этого пункта, был бы отличнейший договор, который можно было бы и потом развивать уже в определенных натовских договорах, но, естественно, работать с ним сейчас. А этот пункт, конечно, насторожен. Давайте тоді ще проговоримо щодо питання того, що додатково може дати ще Велика Британія. От ви кажете, корона і так все дає. Якщо припустимо, так, угода з'явилася, ну ми ще далі обов'язково ще піднімемо це питання, тому що ви сказали такі важливі слова про те, що деякі кроки української влади вас зараз насторожують. Ми це зафіксуємо, занотуємо. Я от прошу нашу аудиторію нагадувати, писати свої запитання, можливо, які ви ще хочете уточнення почути в аналітиці від Романа Світанова щодо цієї угоди із британцями. Але що ще? От якщо пофантазувати, пане Романе, може дати ця угода, якщо, ну, ми припускаємо, що вона укладена задля позитиву, задля добра і процвітання України, а не задля якоїсь там заморожування, здачі території і тому подібного. Що ще британська корона не дала з того, що от вона згідно з цією ж угодою могла би додати нам? Ну, здесь положительний момент по совместному производству средств поражень. От якщо є определені договоренності, вони, скоріше всього, є между Белым домом и Москвой по неиспользованию передаваемого вооружения по территории России, ну, это понятно, что они есть, раз нам руки связывают, значит, они не просто так сами придумывают это, то совместное производство, немножко, можно сказать, один узел на этих узлах связывания рук развязан. То есть мы можем с Великобританией, ну, допустим, производить штурмшеду. Вот мы ж можем даже просто сделать такой же финт ушами, как это сделали россияне. Взяли шахет иранский, написали, стерли шахет и написали «Иран». То есть это тоже совместное производство. По всем параметрам можно раскладывать это как совместное производство. Потому и здесь, допустим, производство Storm Shadow, напишем там «Маричка-2» на этом Storm Shadow, и это уже совместное производство, значит, и наше производство в том числе, значит, мы можем принимать решение работать этой «Маричкой», а если с дальностью в 500 километров, допустим, по Москве. Там очень много военных объектов. Я для образности просто показываю, куда. То есть вот такого рода действия с Великобританией, да и с Европой в том числе, развяжет нам, ну, по крайней мере, несколько узелков на руках точно развяжет. И то, что запустили это, как Великобритания запустила, как пилотный проект, скорее всего, это и есть такой пилотный проект серьезных производств, если он действительно будет в таком режиме, мы в ближайшее время можем увидеть действительно полет «Марички-2», очень сильно похожие на Storm Shadow, допустим, по Коломне, Дубне, допустим, по ядерным центрам. Я тут, мені одразу напрошується просто аналогія. На тижні ж була заява від міністра оборони Естонії під час балтійського візиту нашого президента туди, про те, що, ну, вже час Україні дозволити бити західними озброєннями по території Російської Федерації. Я ж свідомий, ну, якби і ви, напевно, теж того, що такі заяви
тим паче таких серйозних представників політикуму країн НАТО, вони не беруться десь з неба, просто так, вони не вкидаються в інформаційний простір. Тобто це зазвичай серйозні політики. Я не схильний думати, що це просто там особиста думка міністра оборони Естонії. Тобто це така, як, чи можна це сприймати як підготовку навіть в цьому контексті інформаційного поля частково? Ну, это да, это сейчас видится как модерация, как минимум, будущих каких-то переговоров или как минимум риторики, то есть проведение некоторых совещаний на эту тему. То не просто так, конечно. То есть выступил уважаемый политик из стран Балтии как раз в качестве модератора, по крайней мере, стартово. А дальше, если это подхватится, это пойдет в политикум, пойдет в дебаты политические, то это значит подготовка как раз к решению в том числе этих вопросов. Уже есть понимание того, что у всех оно уже есть. Это не только у балтийских стран, конечно. Есть у всех наших партнеров понимание того, что без ударов по военной инфраструктуре России на территории России мы российскую армию быстро не уничтожим. Да, уничтожим, но только слишком долго придется возиться. А уничтожать надо, причем уничтожать надо глубину уже даже не 500 километров. А около 2000 километров надо доставать до Уралвагонзавода, это нам нужны уже будут даже томагавки. Сегодня же видели, как хорошо отработали, правильно, грамотно, как отработали по йеменским хуситам, там под центром терроризма некоторого в Йемене. Мы еще поговорим об этом. Да, вот томагавки работают, там же ни одного военнослужащего не было. Томагавки, ракеты, самолеты, то есть вот так надо делать. И так же самое надо действовать и нам. А для этого нам надо дальние средства поражения. Опять же, либо самим производить, либо производить в кооперации, допустим, либо получать от наших партнеров те же томагавки. Понятно, что авиационного пуска у нас их не будет, но морского пуска или, по крайней мере, с площадок наземных можно их запускать. Есть такие механизмы по уровню томагавков. То есть направление вот оно правильное, грамотное. Сейчас модерация идет этих дебатов. А раз это так, значит, может быть, у нас будут такие интересные такие подарки от наших партнеров, которые можно будут использовать по российской территории.